Оценка муниципальных образований велась по 40 показателям, сгруппированным в 9 разделов. Экономическое развитие территории, дошкольное, общее и дополнительное образование, жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального управления, культура, жилищное строительство, повышение энергетической эффективности, физическая культура и спорт. При проведении оценки учитываются три фактора основных. Это достигнутый уровень значений показателей социально-экономического развития муниципальных образований. Второй фактор – это достигнутая динамика этих показателей. И третий – это уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. За каждый пункт муниципалитетам присуждались баллы. В результате из городских округов первое место в рейтинге завоевали наши соседи – муниципальное образование Коряжма. Котлас занял почетное второе место. Год назад мы были пятыми. Дальше места распределились следующим образом – Архангельск, Новодвинск, Северодвинск и Новая Земля. В рейтинге муниципальных районов второй год подряд лидирует Устьянский район. За ним в призерах следуют Красноборский и Велигодский районы. Ознакомиться со сводным докладом о результате оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Поморья можно на официальном сайте правительства Архангельской области.